Всем доброго времени суток. Это СТС, то есть СТА. И вы смотрите радикальную поэзию от Спок ТВ. У кого-то из моих одноклассников дети. У кого-то хорошая должность в крупной компании. Да и в моей голове вроде не ветер. Ветер он скорее в кармане. Сколько раз в закупоренной комнате ты постил свой коммент в интернет, что я грязная, пошлая сволочья, что когда-то вызвали поэт. Эта печень давно обесценена, мои песни таким же больным. Революция — дело рук Ленина, умирать пьяным и молодым. Где-то там, на прокуренной кухне, откровение в пряном дыму, мы читаем стихи проституткам, им про их непростую судьбу. И плевать на тенденции моды, лучше буду я вечно голодным, лучше буду я ближе к народу, пока тело не станет холодным.